Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 16 серии сериала «Два берега». В новой серии мы увидим, как Варвара и Миша, узнав, что сын жив, отправляются на поиски Тайры. Женщина 40 лет назад получила сына Михаила и Вари и воспитывала его как родного. Женщина сознается, что теперь уже взрослый мужчина уехал в Хабаровск. Но там Варя и Миша его не находят. Однако по горячим следам удается установить, что блудный сын уехал в столицу. Вот только добравшись по нужному адресу, их ждет плохая и хорошая новость. Сын погиб в автокатастрофе, а хорошая в том, что у него есть сын. Или теперь внук для Варвары и Миши, которого зовут Роман. Премьера 16 серии сериала «Два берега» состоится 18 июля на Первом канале.